Люди-легенды. Именно так можно сказать о ветеранах Великой Отечественной войны. Кто, как не они, лучше всего знают историю нашей страны. И у кого, как не у них, нужно учиться быть настоящими патриотами своей родины. В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию в учебных заведениях Славянского района проводились встречи с ветеранами. В Музее боевой и трудовой славы Славянского сельскохозяйственного техникума состоялся заключительный урок мужества. Студенты встретились с участниками Великой Отечественной войны, боевыми офицерами, а также руководителями клуба при Совете ветеранов Славянского района «Эстафета поколений». Организованный в техникуме музей не просто хранилище экспонатов. Это место для встреч, где можно увидеть, потрогать историю своей страны, услышать о далеких грозных событиях из уст ветеранов-очевидцев. После состоявшейся беседы музей пополнился несколькими новыми экспонатами. Среди них символический ключ от Берлина, уменьшенная копия, созданного в 1945 году рабочими Кировского завода города Ленинграда, который хранится в Музее вооруженных сил СССР. Я считаю своим долгом этот символический ключ и к нему атрибутику вручить директору музея для последующей экспозиции в нашем музее. Также в музей был передан альбом 41-й Сухумской дивизии внутренних войск НКВД СССР, много сделавших для освобождения нашего района.